Витус Йоаннасен Беринг – российский мореплаватель и офицер, капитан-командор российского флота. Родился в Дании в 1681 году. Участвовал в Великой Северной войне на стороне России при Балтийском флоте против шведов. Воевал с Турцией в азовских походах Петра I. Одним из значимых начинаний Петра I стало научное изучение географии России. Было положено начало составлению генеральных карт. И Витус Беринг активно участвовал в их разработке. После присоединения Камчатки царь Петр велел детально изучить новые территории, и Витус Беринг за 5 лет смог сформировать детализированную карту новых владений России. Руководил первой и второй камчатскими экспедициями, достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. За значительный вклад мореплавателя его именем названы ряд географических объектов. Берингово море, пролив, остров, мыс, ледник, озеро Витус на Аляске, национальный парк, университет, бренд часов и даже псевдострану, связующую Северо-Восточную Азию и Северо-Западную Северную Америку.